А я считаю, что поддержка нужна сейчас и ему тоже. Шакалом спущена команда ФАС. Пусть мир распущенный в грехах погряз. Суды и удины нам не указ. Кто против Родины, тот против нас. И от Якутии до южных трасс враги напуганы единством масс. Гремят орудия, не спит спецназ. Кто против Родины, тот против нас. Россия нас в любой беде не бросит, и мы ее не бросим в трудный час. И скажем всем, кто нас прогнуться просит, кто против Родины, тот против нас. Ну что вы, пудели, пустились в пляс? Медведя будете, ушли бы с глаз. Целее будете, и весь тут сказ. А кто против Родины, тот против нас. Кто против Родины, тот вас гордясь. С Россией будущей теряет связь. А мы за Пушкина и за Донбасс. Кто против Родины, тот против нас. Россия нас в любой беде не бросит, и мы ее не бросим в трудный час. И скажем всем, кто нас прогнуться просит. Кто против Родины, тот против нас. Ну давайте тоже, да, помогайте. И хлопайте, и пойте, кто против Родины, хорошо? Вместе со мной. Это будет народный флешмоб. Однажды сбудется святой наказ, и тот не сдуется, кто душу спас. А прочей публике мы сгрянем в раз. Кто против Родины, тот против нас. Кому-то чудится повсюду грязь, мол, лучше Путина найдется князь. Все словоблудие, а без прикрас. Кто против Путина, тот против нас. Россия нас в любой беде не бросит, и мы ее не бросим в трудный час. И скажем всем, кто нас прогнуться просит. Но! Кто против Родины, кто против Родины, кто против Путина, тот против нас.